Сергей Михалков. Праздник непослушания. Издательство «Детская литература», 1975 год. Глава 8. Фантик свернул за угол и оказался на улице Мушкетеров. То, что он увидел, ошеломило его. Это была уже не улица, а самая настоящая выставка детских рисунков. Только эту выставку нельзя было послать ни в одну страну, потому что рисунки можно было только смыть водой со стекол витрин, со стен домов и заборов. Вдоль большого забора, во всю длину которого неизвестными художниками была нарисована битва, ходила девочка и время от времени, ковыряя в носу, внимательно рассматривала картину сражения. Фантик подъехал. «А ты можешь так нарисовать?» – спросила вдруг у Фантика девочка. «Нет», – чистосердечно признался Фантик. «Я тоже так не умею. Пойдем посмотрим». «Что? Куда?» – не понял Фантик. «На другую улицу. Они теперь там рисуют». «Я сяду к тебе на багажник. Меня зовут Косточкой, потому что я однажды подавилась сливовой косточкой. И если бы не пистолетикин папа, то ой-ой-ой, что бы случилось?» Не успел Фантик открыть рот, как девочка вскарабкалась на багажник велосипеда, и они уже ехали. На другой улице никого не было. На третьей тоже. «Фантики!» Фантику послышалось, что его окликнули. «Фантики!» — повторила девочка за его спиной и показала на разноцветные конфетные бумажки, устилающие улицу. «Знаешь, лучше поехали к ним домой. Сейчас налево, потом прямо, потом немножко вбок, а там же совсем недалеко, в конце бульвара, за вторым углом». Фантик опять ничего не ответил и нажал на педали. Хорошо, что его ножка совсем перестала болеть. «Самое удивительное, — думал Фантик, крутя педалями, — то, что никто меня не узнает. Впрочем, на манеже цирка я появляюсь в костюме, расшитом серебряными блестками и в гриме. Но если бы эта косточка знала, что ее везет не какой-то мальчишка, а взрослый человек, да еще к тому же артист цирка, она бы от удивления слетела с багажника». А пока Фантик решил поподробнее расспросить девочку о том, что произошло в городе. Косточка совсем по-военному доложила обстановку. «А тебя разве никто не бросал? Ты что, сирота? И почему ты меня расспрашиваешь? Как будто ты из другого города. Стой, стой, мы уже приехали». Косточка спрыгнула с багажника. «Здесь они живут, в этом доме». Из окна второго этажа валил дым. «Пожар!» — мелькнуло в голове у Фантика. Косточка была совершенно спокойна. «Это их окно, они дома. Пошли, я не знаю, как тебя зовут». «Придет время, узнаешь», — подумал Фантик. И они поднялись на второй этаж, где на двери висела медная табличка. «Доктор, ухо, горло, нос. Прием взрослых только по понедельникам от 2 до 5 часов дня. Прием детей в любое время дня и ночи». В квартире царил полный яролаж. Разукрасив с обеих сторон улицу Мушкетеров, ухо, горло, носики и таракашки пришли к обоюдному согласию. Если пистолетик замечательно изобразил войну, то таракашки проявили большую изобретательность в изображении животных. Кроме того, они нарисовали паровоз, который тащил за собой 15 вагонов, и еще дополнительно одного синего кота с зелеными глазами. Придя к выводу, что никто никого не перерисовал, а значит, не победил, обе стороны решили отпраздновать необычный урок рисования на квартире ухо, горло, носиков, где они и собрались, перемазанные красками всех цветов радуги, веселые и довольные. С самого раннего утра они творили, что хотели, и никто не сделал им ни одного замечания. Теперь они сидели кто на чем в кабинете самого доктора и курили. Да-да, совершенно точно, курили. Таракан, который после проглоченного мороженого окончательно потерял голос, раздобыл где-то папиросы и ящик сигар и поровну распределил их между всеми. Себе он взял самую большую и толстую сигару.
чтобы как следует прочистить горло. Пистолетик набил табаком старую трубку отца и, лежа на полу, дымил из нее, как паровоз. Несмотря на раскрытое окно, дети в комнате так накурили, что с трудом различали друг друга. Девочки, которые сами не курили, кашляли, задыхаясь в табачном дыму, но терпели. Репка с отвращением докурил папиросу и, пошатываясь, пошел к двери. «Куда ты?» — спросил пистолетик. «Никто еще не уходит. Кури дальше». «У меня кружится голова», — ответил Репка, едва успев схватиться за спинку стула, чтобы не упасть. У некурящего Фантика сразу потемнело в глазах, когда он перешагнул порог комнаты. Он не выносил табачного дыма, но он ведь не мог повернуться и уйти. Как можно бросить детей в беде? А если что-нибудь случится? И вот ведь уже случилось. Возле двери на полу лежит без сознания маленькая девочка. Фантик собрал все свои силы и вытащил Турнепку на лестничную площадку. Вдохнув свежего воздуха, Турнепка пришла в себя. «Я не умерла?» — спросила она тихо, увидев над собой морщинистое личико Фантика. «Фантик!» — прошептала она и улыбнулась. «Фантик, я тебя знаю. Я тебя видела в цирке. Ты вылезал из ящика с голубями. Ты меня спас. Ты добрый». Фантик помог Турнепке подняться. «Репка, где ты?» — позвала она слабым голосом. «Я тут!» — послышался еще более слабый голос. «Ты живой?» «Не знаю». «А здесь Фантик!» Услышав знакомое имя, курящие дети поднялись со своих мест. Кто из ребят не знал этого артиста из группы лилипутов? Все знали. Это он появлялся верхом на маленьком пони и потом вдруг куда-то исчезал для того, чтобы оказаться под куполом цирка в ящике с белыми голубями. «Фантик!» «Значит, он один не ушел из города и остался с ужасными детьми!» Косточка вытаращенными глазами смотрела на Фантика. Таракан попробовал закричать «Ура!», но горло у него так и не прочислилось после сигары, и он смог только издать звук, похожий на шипение водопроводного крана, когда нет воды. «Дети!» — обратился Фантик к ребятам и закашлялся. «Пожалуйста, не думайте, что я пришел рассказывать вам о вреде курения. Я оказался здесь совершенно случайно. Мы с Косточкой ехали мимо и увидели дым из окна. Мне показалось, что вы уже горите. Я не буду вам мешать. Но на всякий пожарный случай запомните мой адрес. Улица Циркачей, дом номер 7». Кашляя и прикладывая к глазам платок, Фантик вышел из комнаты. Но он не плакал, хотя было от чего прослезиться. Таракан, пистолетик и еще несколько ухо-горлоносиков и тарлакашек выползли из комнаты на лестничную площадку, чтобы посмотреть на Фантика и проводить его. Но их почему-то стошнило. Наверное, от чистого воздуха. А Фантик уже катил на своем детском велосипеде по городу, и на душе у него было тревожно и неуютно. Тросточку себе он так и не купил. Все магазины были закрыты. Продолжение следует.